Самолет уже пролетел, а мы все его слышим. Сегодня у нас минус 12, такой первый сильный мороз. Мы решили съездить в лес. И я тестирую литий, насколько он сегодня проживет. Обычно его на 30 километров хватает. Надеюсь, что хватит его сегодня хотя бы на 15. И красота. Снег, но дорога вот такая хорошая, натоптанная. Люди ходят. И можно ехать вполне себе комфортненько. Выбирайте время, пока еще не замело совсем и мороз не наступили. Неописуемая красота по пути. Все занесено таким огромным пушистым снегом. Вообще обалденно. Тропинки очень узкие, чуть-чуть вбок и сразу улетаешь. И вообще ехать, скажем так, тяжеловато. Вот. Но мы продолжаем наш путь вот туда, вот, потому что тропинка длинная. Сейчас вылетим на железную дорогу. Тропинка очень узкая. То есть вот колесо, и вот по 10 сантиметров с краю, и в бок улетаешь, там сразу глубина. Ехать практически невозможно, а любая остановка, смотрите на меня, очки сразу запотевают, и только скорость. Чем быстрее едешь, тем быстрее улетаешь куда-нибудь в канаву. В общем, честно признаюсь, что вот мы идем по лесу, и большую часть пути на самом деле мы не едем, а идем пешком, потому что вот ехать невозможно. Ну, зато хоть свежим воздухом подышим. В лесу есть таинственное место с зеркалами, где бабульки попивают коньячок. Это конечная точка такого лесного маршрута. Там дорога в туалет для тех, кто уже напился коньячку. Доходят до сюда и любуются собой в зеркала. И говорят, если вот в зеркале увидеть зеркало, видите там отражение, и сзади тебя кто-то пробежит, то это можно очень сильно испугаться. Вот такие места в лесу бывают. Лесу начинает смеркаться, солнце уже почти не видно за верхушками деревьев. Так вот едешь-едешь по лесной тропинке, и вот такой вот типа елки. Типа елки, а на самом деле это огромный шалаш, построенный энтузиастами. Смотрите, как кланяются ко входу красивые маленькие сосенки. Смотрите, как сделано, прям капитально. Опа! Здесь целый столик, шампура. Ой, крыша сделана очень здорово. Арт-объект такой в лесу. Едешь по дороге, а тут вот так разворотило после снегопада. Хорошо, что снега сейчас нету с неба. Любые деревья могут упасть. Едем в сторону дома. Смотрите, какая красота. Прям как будто огромная карамелька в конце дороги посреди леса.